Хотел бы я встретить того болвана, который связал сбрасывание змеиной кожи с возрождением, а потом с медициной. Наконец-то хоть один храбрец откликнулся. И никто иной, как ведьмак, сам Геральт. Мы снова встретились. Мне снова нужна твоя помощь. В чем? В этот раз серьезное дело. Я наткнулся на нечто, что может стать сенсацией в алхимии. Более того, это связано с твоей профессией. Расскажи подробнее. Извини, я задумался. Я пришел по объявлению. Ты принес ко мне костный мозг Альгуля? Пока нет, но я скоро вернусь. Не мешкай! Мне нужен костный мозг для алхимических опытов. Ты хотел дать мне какую-то работу. Ведьмак, у тебя есть возможность помочь мне завершить дело всей моей жизни. В лесном болоте около Старой Вызимы стоит таинственная башня. Не продолжай, я знаю эту сказку. Наверху принцесса, внизу дракон, спасибо, я пас. Пожалуйста, помолчи. Мне очень нужно твое внимание. В легенде говорится, что башню построил маг и алхимик. Никаких принцесс, никаких драконов. А в чем заключается моя работа? Маг умер много веков назад, и про башню давно забыли. Сила, которая заключена в ней, вышла из-под контроля, и теперь она уродует существ, которые подходят к ней слишком близко. Короче говоря, создает монстров. Именно. Я хочу исследовать этот источник, ведьмак, и написать диссертацию, которая обессмертит мое имя. У меня появится доступ к секретам, которые долгие годы хранились в этой башне. К несчастью, башня заперта. Я заплачу 1000 оренов любому, кто поможет мне пробраться внутрь.
Ладно, но мне кажется, выполнить это задание будет сложнее, чем кажется на первый взгляд. Посмотрим, что я могу сделать. Если бы задание было простым, я не стал бы тратить время и деньги на ведьмака. Разумеется, попасть в лабораторию могущественного мага непросто. Сначала нам надо собрать подробную информацию об этой башне. И откуда мне взять эту информацию? Рассказы старых людей и болотных жителей, легенды, но больше все-таки стоит верить старым книгам. Записанная мудрость более надежна. Какие-нибудь названия? Ну, нам совершенно точно понадобятся врата тайны Ренсанта Альвара и старый алхимический трактат Айнс оф Аур. Я знаю об одном экземпляре врат тайны. Его владельцем был какой-то краснолюд. Вторая книга, которую написал какой-то гном, давным-давно потеряна. Найти ее будет непросто. При случае ты сможешь испробовать мое последнее изобретение. Кристалл, который связан с местами силы и моей лабораторией. Он позволит тебе телепортироваться, расщепляя твое тело на миллиарды частиц, которые переносятся с места на место вне мировой линии в пространстве времени. Его я использую в местах силы, этого достаточно. И он перенесет меня в твою лабораторию. Я очень на это надеюсь. Есть вероятность ошибки, но минимальная. Thank you.
Молчи! От хорошего физштеха я никогда не отказываюсь. Расскажи мне про этого пленника, Саламандру. Но... я почти ничего не знаю. Хотя бы скажи, где он? Наверное, я могу тебе сказать. Его отвезли в лечебницу Лебеды. Спасибо. У кого вы конфисковали ведьмачий меч? Таллер, скупщик краденого. Он иногда сюда приходит. Надо же ему как-то зарабатывать на жизнь. Честно говоря, мы с ним неплохо ладим. Перед тем, как мы выпустили профессора, Таллер и Винсент разговаривали во дворе. Скупщик краденого разговаривал с Винсентом перед тем, как я спустился в канализацию. Подозрительно. Это явно непростое совпадение. И где мне искать этого Таллера? Я отмечу тебе место на карте. Но не убивай его. Нам с ним еще дела вести. Лучше бы тебе когда-нибудь покончить с этой привычкой. Может быть, но явно не сегодня, ведьмак. До встречи.
Я скупщик. Я покупаю и продаю. А чем торгуешь? А всем, что можно продать. Ну так что, будем рожи корчить или у тебя чертово дело? Но так... Объясни, почему стражники тебя терпят? Хе-хе, это секрет фирмы. Надо уметь о себе позаботиться. Позаботиться? И ублюдские стражники, и придурочные воры, всем я нужен. Это искусство, ведьмак. Я веду дела со всеми, поэтому у меня иммунитет. Это ты так говоришь. Ну так что, будем рожи корчить или у тебя чертово дело? У тебя дома стражники нашли меч ведьмака. А тебе-то какое дело? К тебе приходил еще один ведьмак, Беренгар. Этот долбанный меч не его! Откуда ты знаешь? У меня есть другое имущество твоего дружка, а меч не его! Другое имущество? Да, причем не меч, дошло? Может быть, его обоссанные подштанники, например. Как у тебя оказались вещи Беренгара? Ты упрямый, как стадо ишаков. Купил у посредника. Ты не понял. Мне не нужен твой посредник. Мне нужна информация о Беренгаре. Тогда, блин, меня не спрашивай. Твой ведьмачок работал на алхимика Калькштейна. Эту информацию ты получаешь бесплатно. Но остальное по нормальной цене. Ты слышал про саламандр? А, рептилии хренососовы, да я про них слышал. Но ни хрена не понимаю, что им нужно. Амфибии. Чего, блин? Саламандры — амфибии. А теперь расскажи, каким образом ты с ними связан. Да черт меня дери, если я знаю. Ты ведешь дела с саламандрами? Ты че, с лошади рухнул? Откуда такие мысли? Откуда у тебя вещи Беренгара? Ядрёна вошь, я скупщик! Тебе картинку нарисовать, что ли? Ты считаешь, я должен каждого вора спрашивать, откуда он спер эти вещи? Давай лучше я нарисую тебе картинку. Определенная организация «Саламандры» охотятся на ведьмаков. Ведьмак Беренгар исчезает, и все, что у него было, попадает в руки к скупщику. К тебе. Улавливаешь? Срать я хотел на твои картинки. Я ничего не знаю про Беренгара. Спроси у моих поставщиков лучше. Кроме того, я бы не выжил в этом бизнесе, если бы продавал товары, которые сам украл. Я верю тебе. У тебя есть связи среди стражников. Ты можешь представлять ценность для Азара. Чертовы смутные времена. Мне тоже нужна защита от саламандр. Поэтому я и заключаю сделки со стражей. Это ты так говоришь. Я плачу шестеркам Винсента несколько монет. А они заботятся о моей безопасности. У меня все, я пошел. Я верю тебе. Вину нужно доказать. Так что пока будем считать, что ты не имеешь к этому отношения. Ну, наконец-то! Явление Дикстры, аса разведки! Ядрёна вошь, какой, блин, глубокий анализ! Если что-нибудь еще выяснишь, или если понадобится информация, приходи, перетрем.
Я тебя убью! Извини. Я слышал, на тебя работал ведьмак Беренгар. Эх, а я так надеялся, что ты об этом не узнаешь. Хочешь об этом поговорить? Я нанял его, чтобы он раскрыл для меня тайну башни. Не хочу пугать тебя понапрасну, но у меня все еще есть планы на это здание. Ты нанял его, и он бесследно исчез. Не находишь это странным? Это та причина, по которой я хочу, чтобы ты раскрыл тайну башни. Может быть, сможешь узнать, что именно случилось с Беренгаром. То есть ты не знаешь, что с ним случилось? Не только я хочу овладеть этими знаниями. От Беренгара могли избавиться мои соперники. Он чего-то боялся и оставил мне книгу. Бери, отдашь ему, когда встретишь, и сам можешь ее использовать. Как мне попасть на болото? Выйдешь из западных ворот и дойдешь до дамбы, за которой старая Вызима. А что потом? Потом найдешь паром и паромщика, который согласится тебя перевести. Паром ходит в обоих направлениях? Да, рядом с болотом есть маленькая пристань. Рядом с ней деревня Кирпичников. Спасибо. Давай поговорим о саламандрах. Хм. Я думаю, ты в сговоре с саламандрами. Что? Я? Почему? Вот и мне интересно, почему? Что тебе нужно? Что-то пока не знаю. У меня пока нет доказательств. В этом районе обитают представители старшего народа, ремесленники, краснолюды и художники. Где кто там в темноте? Дайте мне спокойно дожить до утра. Невероятно. Оказывается, даже в Вызиме есть плохой район. Неплохо.
Ну, кто тут у нас? Меч на спине, белые волосы. Дай подумать, ты из цирка сбежал? Ты рассмешил меня до слез. Может, у тебя тоже цирковой опыт? Ого, острый язык. Ну, добрый человек, чего тебе достать? Черт, опять проиграл. Ладно, чего ты хочешь? А что это за ставки? Местные развлекаются. Двое парней дерутся, а мы ставим на победителя. И что эти психи с того получают? Деньги, конечно. Зрители выигрывают, веселятся, а парни пар выпускают. А если что-то пойдет не так, собачкам будет что покушать. Все в прибытке. Прощай. Я тебе могу... Привет, Седой. Хочешь есть или пить? Или ты по другому делу пришел? Зачем же еще? Ну, у нас там есть очень удобная кровать. Что будем заказывать? Давай проверим твою кровать. Ха, да я пошутила. Мой парень мне голову открутит, если я с тобой пойду. А у тебя что отвертит, я даже представить себе боюсь. Может, все-таки рискнем? Нет, он меня так поколотил недавно, что я зуб на пол выплюнула. Что тут интересного в округе происходит? Немногое. Некоторые парни дерутся между собой. Остальные ставят на победителя. Иногда колотят посетителей. В общем, скучно. Пока. Твоя мамаша сосет у краснолюда. Руки чешутся. Дай мне поспать. Черт! Черт! Я хочу отдохнуть. Свободная комната есть? 5 оренов.
Сколько лет, сколько зим. Я ушам своим не поверил, когда Золтан рассказал мне о твоем возвращении. Это же я, Язон. Беженцы. Во время войны. Ты, Золтан и я помогали им. Ну, вспоминай. Как жизнь? Жаловаться не на что. У меня отличная, спокойная работа. Я вышибала. Такая уж спокойная. Посетители предпочитают улаживать споры сами. Местечко тихое. Ведь даже птицы никогда не срут в собственных гнездах. А в кости здесь кто-нибудь играет? Не хочу хвастать, но я сам профессиональный игрок. Не желаешь сыграть? Не обижайся, но я играю только с профессионалами. Можешь сыграть с Кармен в борделе через улицу. Или попрактиковаться с Золтаном. Хочешь немного расслабиться, красавчик? Только немного. Но это уже от тебя зависит. Я открыта для предложений. Давай-ка поболтаем. Хорошо, начнем с разговора. Но я рассчитываю на большее. Удиви меня. О любви мы знаем немного. Любовь, что груша. Она сладкая и имеет определенную форму. Но попробуйте дать определение формы груши. Я не поэт, но я узнаю грушу, если увижу. Ты просто очарователен. Если так пойдет и дальше, мне захочется попробовать этого фрукта. В Изиме работает много таких, как ты? Очень много. Но я самая красивая. Без сомнения. Рада тебя видеть. Есть работа для ведьмака? Да. Есть парни, которые создают проблемы моим девочкам. Разберись с ними, и мы тебя наградим. Щедро. Я посмотрю, что я могу сделать. Где я могу найти этих парней? Я знаю три места, куда они часто заходят по ночам. Отметь их на моей карте. Этими воротами меня ждут мертвые и восставшие из мертвых.
вижу, ведьмак! Золтан Хивай собственной бородатой персоной. Рад тебя видеть. Тебе таки удалось пробраться в город, Геральт. Отлично. В Вызиме всегда полно работы для ведьмака. А ты, Золтан, как ты сюда попал? Мерзкие нелюди всегда найдут способ пробраться в дома людей, нарушить их покой, насыпать песку в жернова на мельницах и в шестерне на фабриках. Хватит язвить. Послушай, Золтан, я хотел кое о чем поговорить с тобой. Говори, что у тебя на уме? Я ищу хорошо оплачиваемую работу. Говорят, на лодочной станции на болотах чудовища совсем расшалились. Все только и делают, что жалуются. Начиная с лесоторговцев и заканчивая мелкими купчишками. Как ты думаешь, они готовы заплатить ведьмаку, чтобы тот избавил их от опасности? И с кем мне стоит поговорить по этому поводу? Обратись к Леовардену. Он рыбешка крупная, скупиться не должен. Ты найдешь его на пристани. Он следит там за погрузкой и разгрузкой товара. Спасибо, Золтан. Я подумаю над этим. Говори, что у тебя... Ты ничего не слышал о банке Вивальди? Банке Вивальди? Вивальди теперь не имеет к нему отношения. Только имя его в названии и осталось. Почему? У банка теперь новые владельцы. Люд. Это многое объясняет. Да? Ну как у тебя дела? А ты никогда не думал о том, чтобы жениться, Геральт? Понимаешь, Золтан? Моя профессия вряд ли может способствовать счастливой семейной жизни. Бесплодие, постоянный риск, отсутствие дома. Мало какая женщина согласится на такую жизнь. А вот меня, видишь ли, одолевают сомнения. Продолжай. Не знаю уж. Мы с ней давно не виделись, и я начинаю уже ревновать. Всем ведь известно, насколько привлекательный краснолюб. Понимаю, Золтан. Предлагаю напиться. А если это не поможет... Ты что, смеешься надо мной? Как я смею? Хорошо. Потому что ничего смешного здесь нет. Есть пара минут. Что случилось? Предупреждаю сразу. Разговор будет философским. Понятно. Смысл жизни, все такое прочее. Ну что ж, говори. Зло, с которым борются ведьмаки, происходит из действий хаоса, рассчитанных на то, чтобы нарушать порядок. Ибо там, где распространяется зло, порядок установить невозможно. И вместо луча мудрости, искры надежды и костра тепла, везде правит тьма. А во тьме нет ничего. Только кровь, клыки и когти. Как в предместье. Неплохо сказано, ведьма. Но, как сказала молоденькая Кера королю Вриданку при их первом свидании, не дурная штучка, но есть ли у нее какое-то практическое применение? Суть существования и оправдание существования ведьмаков поколеблены, поскольку борьба добра со злом теперь идет на другом поле боя и ведется совершенно иначе. Зло перестало быть хаотичным, перестало быть слепой и стихийной силой. Сегодня зло действует по праву закона, ибо у него теперь есть права. Оно действует в соответствии с заключенными договорами. Это и называется прогресс, Геральт. Население растет, увеличивается продолжительность жизни. Теперь мы можем отгородиться высокими стенами и убивать друг друга тысячами. Прогресс на вроде стада свиней. Дело выгодное. Есть рольки, есть слонина, есть холодец с хреном. В общем, есть удобство. И нечего нос воротить, потому, мол, что всюду насрано. Насрано там или не насрано? Но ведьмаки существуют для того, чтобы убивать чудовищ. Как я могу это делать, если настоящие чудовища, по сравнению с которыми даже дракон выглядит невинным щенком, бродят по миру, скрываясь за идеалами, верой или законом? Послушай, самое большое зло в этом мире, а заодно и самая большая куча дерьма – это относительность морали. Она убила больше народу, чем чума Катриона и все драконы вместе взяты. А ведьмаки будут нужны всегда и везде, независимо от того, куда приведет нас наше стадо свиней. Как говорил старик-король Дезмот, глядя в свой наполненный ночной горшок, умом все это не объять. Спасибо, Золтан. Кажется, я тебя понял.
Жаль! Возьми меня в оруженосцы! Я тощий! Мама мне запрещает разговаривать с незнакомыми! Живенько! Не к добру это. Спать хочу. Геральт, рад тебя видеть. Куда направляешься? На дамбу. Проход нет. Капитан велел никого не пускать. Почему? Приказ капитана. Поговори с ним. Господа, разве так обращаются с героями? Это же Геральт, ведьмак, спасший зиму от ужасного Кокатрикса. Герой? Ну это другое дело. Считайте, что он один из нас. Ну, в таком случае проходите, милздарь Геральт. Сегодня в таверне мы выпьем за ваше здоровье. Благодарю, Зигфрид. В каналах меня ждал сюрприз. Рыцарь пылающей розы. С головы до пят погруженный в вонючее месиво. Я из принципа работаю один, но не мог упустить случай увидеть рыцаря ордена в деле. Должен признать, что для человека у него получилось неплохо. Кроме того, он выразил благодарность. Мне слишком мало платья. Геральт, я хотел спросить тебя, не хочешь ли ты вступить в орден? Я пришел по объявлению. Я так и знал, что тебя это заинтересует. У тебя есть доказательства, что ты убил 10 плавунов? Нет, я еще этим не занимался. Возвращайся, когда добудешь языки утопцев. Привет, незнакомец. Приветствую. Я слыхала, что в Ривии правит могучая и сильная королева. Она была красивая, но ее ранили во время войны. Теперь у нее все лицо в шрамах и не хватает половины зубов. А ты много знаешь. Современная женщина должна знать многое про мир, в котором живет. Это точно. Что бы ты хотел узнать, незнакомец? Ты не слышала о том, что в городе появился ведьмак? Да, говорят, что это сам Белый Волк, известный соблазнитель и поклонник чародеек. Но, насколько я знаю, он одинаково мил с женщинами, вне зависимости от магических способностей. Если бы ты был покрасивее, я бы могла вас спутать. Тяжело соответствовать требованиям легенды. Что ты имеешь в виду? Я ведьмак Геральт из Ривии. Они мне не поверят. Сделай мне подарок, чтобы я могла его показать подружкам. Например, платье. Отличная мысль. Больше всего на свете я хочу новые перчатки. Драгоценный камень. Отличная мысль. Мне всегда нравились бриллианты. В другой раз. Здравствуйте, добрый господин. Приветствую. Кто ты? Чищу обувь к вашим услугам. Если нужно стереть эту гадость с сапог, всего 2 арена. В первый раз в Изиме. Можно сказать и так. Расскажи мне про город. У нас тут есть серьезные проблемы. Из-за чумы ввели карантин. Леса и болота кишат белками, которые сражаются с орденом. Монстры плодятся сотнями. А мы, в свою очередь, боремся с обыкновенными и не слишком обыкновенными бандитами. В общем, как пел один бард,
Вы зима, как горящий бордель! Расскажи мне про чуму. Чума заставила короля ввести карантин, который для купцов даже хуже, чем чума. Старый в Изиме разразилась чума. Ворота закрыли и тщательно охраняют. К несчастью, в нашем районе люди все равно болеют. Их отвозят в лечебницу Лебеды. Меня интересуют необычные бандиты. Есть одна странность. Они ведут себя как спецназ, хотя с тимирианской разведкой они не связаны. Действуют они жестоко, но эффективно. Работают, как правило, по ночам. Зачем они здесь, непонятно. Расскажи побольше про белок и орден. Скаятаэли ведут партизанскую войну в лесах за городом. Орден Пылающей Розы заменил войска особого назначения, хотя, я думаю, рыцари менее эффективны. Что еще хуже, ненависть к нелюдям с каждым днем все сильнее. Не надо быть прорицателем, чтобы понять, что скоро что-то случится. Что-то очень плохое. Что здесь стоит посмотреть? У нас есть купцы, алхимик, большая лечебница. Все, что душе угодно. Говоришь, ты не как чистильщик. У каждого есть скелет в шкафу. Моя история вряд ли тебе будет интересна. Давай перейдем к твоим башмакам. Я и без того достаточно тебе наскучил. Лечебница Лебеды. Сюда привозят всех жертв чумы Катриона. После этого им дорога только в Старую Изиму, а потом в ад. Проход воспрещен. Я иду внутрь. Внутри заразные больные. Я тебе не позволю разносить чуму. Пустая трата времени. Грязные улицы. Этому городу недостает красоты, которая всегда окружает мой народ. Очередная жертва ночного охотника! Мюздарь, расскажи мне об этом охотнике. Все жители по ночам должны оставаться дома и запирать двери на засов.
ради их же собственной безопасности. Необычный зверь нападает на людей. Кроме того, по ночам из реки вылазят утопцы. В чем дело? Что-то хотели? Откуда у тебя молоко? Сейчас карантин, и я нигде не видел ни одной коровы. Хм, ты прав. Но я долго жил за городом, и у меня есть свои секреты. Прощай. Старый, седой, а все за юбками гоняешься. Постыдился бы. Старая, седая, а все стервозничаешь. Постыдилась бы. Ты смотри, какой говорун. Иди, иди. Только не удивляйся, если она тебя скальпелем зарежет. Батюшки. Геральт! Что происходит? Мы арестовываем его за сговор с террористами. Он? Воин Скоэтаэли? Его племянник служил в том отряде, что Орден взял в плен. Отряд, который убил жителей деревни около Вызимы. Они не признались, но мы знаем. Нет, это ошибка. Мой племянник молодой и глупый, но он не убийца. Был глупый. Его уже повесили, и перед смертью он признался, что общался с тобой. Хорошо, что мы загробастали их до того, как они заполучили груз оружия. Харин, настоящий патриот, погиб, когда заманивал их в ловушку. Собирай свои манатки, Вивальди. Будешь горевать в каземате. Я не хотел вмешиваться в дела Говенкара со Скоэтаэлями. Молодые дураки не оставили мне выбора. Харен испугался мести белок. Он предал всю команду. Я думал, что он обеспечит свою безопасность и получит вознаграждение. Сейчас молодые нелюди кормят собой ворон. Победители в этом конфликте. Ведь наверняка найдется тот, кто отомстит молодежи, борющейся за свободу. Кто-то использует эти смерти в своих целях. Только пожиратели падали будут сытые. Вороны! Я служил под командованием Барклая Эльса. В вольной кондотьерской компании? Да, под бремя. Побери. Вот это было незабываемо. Говорят, мне нравятся парни с характером. Пока. Задницу этим не вгаться.
полную силу. Ты странный. Это общество сделало меня таким. Чума. Король тебя, конечно, отпустил, но соблюдать карантин тебе все равно придется. Что ты хочешь этим сказать? Тебе нельзя выходить из храмового квартала. Это серьезно? Хочешь убедиться? С вас, ведьмаков, нельзя спускать глаз. А я не так давно слышал что-то про равенство и братство. Наверное, придется переучиваться. Да, ведьмак. Я могу доказать, что убил Кокатрикса. Впечатляет. Награда за него составляет 400 аренов. Ты их заслужил. В твои задачи входит борьба с чудовищами. Да, но я бы не стал тратить на это своих людей. Я заплачу каждому, кто убьет чудище. Приноси подтверждение, и все. За каких монстров больше всего платят? У меня в бюджете есть деньги на награду за кокатрикса в каналах и за хищное растение, убивающее людей на болотах. Да, ведьмак. Можешь рассказать мне, как продвигается расследование по делу Саламандр? Терпение, ведьмак. Сегодня вечером ты все узнаешь. Я могу чем-то помочь? Держись подальше от склада в трущобах. Дело щекотливое, и твой меч там ни к чему. Пока еще. Склад? Ты ведь не отправишься туда в одиночку. Это секретная операция. Как я туда должен отправиться? Со штурмовым отрядом, закованным в латы? И гарниста вперед пустить? Успокойся. Я ведь в этом деле не новичок. У меня всегда припрятана пара трюков на всякий случай. Не сомневаюсь. Что ты хочешь сказать? Неважно. Отдохни сегодня. Насладись своей свободой, а завтра я, может быть, подам тебе на блюдечке яйца Еведа. Прощай. Удар!
А могу я поговорить с Вивальди? Даже не думай. Любой арестованный за пособничество с Коэтаэлем политический преступник. Не лезь к нему. Прекрати пороть чушь. Он всего лишь старый краснолюд. А чего это ты за него вступаешься? Мне нужно с ним поговорить. А мне все равно. Плати 200 аренов залога, тогда я его выпущу и делай с ним что хочешь. Вот твои деньги. Что привело тебя сюда, ведьмак? Я провожу расследование, ищу лидера одной организации. И ты подозреваешь меня, потому что я краснолюд? У меня несколько подозреваемых, не только краснолюды. Чем могу помочь? Я хочу, чтобы ты знал. Я тебя подозреваю. Возвращайся, когда будешь знать, о чем говоришь. Что привело тебя сюда, ведьмак? У тебя нет книги «Врата тайны»? Есть. В том, что осталось от моей библиотеки. Если хочешь, то можешь ее получить. Сколько? Не обижай меня. Ты вытащил меня из тюрьмы. Я дарю ее тебе в знак признательности. И прекращай уже болтать всякую чушь. Надеюсь, тебе удастся вернуть свое имущество. Дело не только в золоте. Этот банк принадлежал моей семье на протяжении поколений, а сейчас принадлежит какому-то необразованному человечишке. А, пустая трата слов. И вы, люди, еще смеете называть это законом и справедливостью. До встречи.
больше экономить. Ты странный. Я умираю, я знаю. Ой, какой обаятельный. Великого магистра. Боги мои, что за зрелище? Говорят, нагрудник Якова из Альдерсберга так блестит. Что привело тебя сюда, ведьмак? Я выяснил, с кем связан Азар Явет. Любопытно. Извини, что подозревал тебя. Я знаю, что ты потерял свой банк. Приятно, что ты так честен с краснолюдом. Без проблем. У меня есть полезная информация про Яведа. Иногда могут помочь любые детали. Я просматривал документы еще десятилетней давности и наткнулся на его имя. Он проплачивал через мой банк обучение в школе чародеев в Банард. Но школу он так и не окончил. Его вытурили оттуда, потому как занимался такими областями магии, которые нашим магам претят. Он прекратил оплачивать обучение, и на этом его следы в банковской системе теряются. Ты имеешь дело с ренегатом, к тому же очень опасным. Уж если ему удалось избежать смерти от рук магов... Давай поговорим. Кажется, ты как-то связан с саламандрами. Как-то подозрительно. Почему за людьми, которых ты нанимаешь, бегают саламандры?
Я не знаю, кто преследовал Беренгара, но я тут ни при чем. Ты уверен, что не пытался заманить его в ловушку для Азара и Веда? Не будь дураком. Если бы я работал на Саламандр, я никогда не позволил бы проследить свою связь с Беренгаром. Твои гнусные инсинуации меня оскорбляют. Убирайся! Я верю тебе. Пока еще рано что-либо решать. Сменим тему. Правильно. Нам нельзя терять время. Когда найдешь этого преступника, я с радостью тебе помогу. А теперь пора возвращаться к работе. Может, Рубедо лучше? Хм. По поводу башни. Да. У меня есть новая информация про башню. Говори быстрее! Устраивайся поудобнее. До того, как построить эту башню, маг возвел две другие, но они рухнули. С третьей все получилось, и она стала его домом и лабораторией. Это я знал и без тебя! И что, это все? Маг жил в этой башне, пока не исчез. Скорее всего, он мертв. Он пытался оживлять неодушевленные и создавал глиняных големов, которые ему служили, но не были венцом его творения. Да, это совпадает с легендами о Страже Башни. Есть еще кое-что, хотя я не очень понимаю эту часть. Я узнал, что есть 10 краеугольных камней, которые представляют элементы и нити судьбы, от которых произошло все сущее. Значит, старые свитки не врут! Сефироты! Мне стоило догадаться! Я знал, что тебе это понравится. В одной книге есть туманные указания, где искать камни. Мы должны найти все 10 сефиротов! К счастью, один из них у меня есть. Мое сокровище, хохма, камень мудрости. Думаю, ты хочешь, чтобы я нашел остальные 9 камней. Да! Около башни есть кольцо каменных обелисков. Когда у тебя будут все 10 сефиротов, положи их на обелиски. Мы так близки! Какой это будет прорыв! Я утру нос этим замшелым профессорам в Оксенфурте! Я их уничтожу! Калькштейн, уймись. Прежде чем начнешь свою интеллектуальную бойню, я должен найти эти проклятые камни, а я понятия не имею, где их искать. Информация в книгах, мягко говоря, расплывчатая. Извини, замечтался. Ты можешь показать мне эти книги? Я напишу тебе все, что знаю. Хорошо. Ага.
Старик. Все не люди одинаковые. Эльфы хуже всех. Я ненавижу этих. Что это? Ты то о таком говорил, Зигфрид? Зигфрид — это тот рыцарь из канализации. Будь я проклят, это ты! Как Атрик встревожил нас уже некоторое время. Я слышал, бой был трудным. Ничего особенного. Молодая особь быстро погибла. Что у тебя за дело? Когда ты вступил в Орден? Давненько. Могу даже припомнить вторую войну с Нильфгардом. Мой отец был оружейником, и я тоже. Чем Орден занимается в Изиме? Мы помогаем бороться с чумой, поддерживаем порядок и сражаемся с чудовищами, которых в последнее время расплодилось много. Много работы. Мы служим людям, защищая их, и несем свет вечно пылающей розы. Могу я купить у тебя что-нибудь? Нет, только для рыцарей и друзей Ордена. Пока. Это не сделка, это дерьмо какое-то. Сосна, дуб? Или, может быть, небольшой красивый курган? Целый склеп? Прикинем на глаз. Локтей 5 шириной. О чем это ты? А зачем еще ты бы пришел к гробовщику? Не молоко же покупать. Вот я и спрашиваю, кого хороним, какой размер. Не бойся, цены у меня не кусаются. Не нужен мне гроб, черт побери. Я тут по другой причине. Не видишь, что я занят? И кроме того, всем нужен гроб. Кому раньше, кому позже. Лучше все спланировать заранее. Чего изволите? Я пришел по объявлению. Да? Я так понял, что тебе нужны 6 кувшинов собачьего сала. Прежде всего я хочу, чтобы ты убил как можно больше этих шавок. Принеси мне сало как доказательство. Почему кладбище закрыто? Потому что мертвые вылезают из своих нор и отказываются покоиться с миром. Пошутил я. Не бойся. Они остаются в могилах, пока светит солнце. Но кто-нибудь должен навести порядок. Даже здесь по вечерам небезопасно. В конце концов, пообещают какую-то награду, но пока что это никого не волнует. Ну, когда будет вознаграждение, я возьмусь, а пока пусть будет как есть. Бывай. Ну, герой. Думаешь, легко упокоить беспокойного мертвеца? Делай, что хочешь. Может, тебя капитан стражи наградит? Не лишний будет проверить. Что? Чего вам надо? Прощай. Thank you.
Связи — это все. Пусть хотя бы пользу приносит. Последнее время развелось, как вшей на грязной шлихе. Хватит об этом. Люблю я эту мелодию. Ну, давай, присоединяйся. Прощай, я лучше пойду. Будешь драться или смотреть? Чего уставился, черт тебя дери? Я слыхал, тоже хочешь? Стража собирается устроить орла. Чертовы белки. Люблю я эту мелодию. Мои ноги сами пускаются в пляс. Просто послушай. Привет, привет. Ты смотри, кто тут пришел. Ты кто такой? Зовут меня Кирпич. Чем ты занимаешься? Я торгую всем понемногу, путешествую туда-сюда. Куда, например? Ну, недавно на болото. Но тебе-то какая разница? Просто интересно. Хочешь чего-нибудь купить? Видел когда-нибудь знак Саламандры? Оставь меня в покое! Но... Отвали! Отвали! Что тебе нужно, выродок? У меня есть к тебе вопросы. Ты забыл, с кем говоришь? Мне достаточно крикнуть, и ты не успеешь посчитать до трех, как тут будет дюжина молодцов, которые сделают из твоей задницы большой каньон. Ты не успеешь посчитать до трех, как будешь трупом. Ну надо же! А волчонок умеет рычать. Может, он еще кусается? У меня тут одно мокрое дельце намечается. Подсобишь? Я презираю таких, как ты. Презрение, волчонок. Это привилегия образованных. В остальных это признак соплячества и невежества. Плевал я на твою детскую наглость. Чего надо? Как дела? Старая шлюха родила. Пошел прочь, мутант! Отвали! Дерешься, как баба! Всех этих нелюдей давно пора выгнать из города. Среди них один... Внимательно тебя слушаю, Белый Волк. Они перевели пленника в лечебницу. Так даже лучше. Там меньше стражников. Они все равно будут следить за ним. Можешь поговорить с ними ночью. Без свидетелей. Я подумаю. Расскажи мне, как это быть частным детективом?
Грязная работа в городе, где и так полно грязи и заговоров. Большую часть времени я шпионю за купцами и богачами, которые изменяют своим женам. Ты не представляешь, на что способны с виду обычные люди. И не буду представлять. Недавно я следил за Морденом, капитаном стражи Фольтеста, таким крутым мужиком. Слышал о нем? Нет. Я застукал его на конюшне с двумя молоденькими пажами. Ты не поверишь. Хватит с меня. Внимательно тебя слушаю, Белый Волк. И что мне надо было сделать с этим расследованием? Поговорить с Винсентом Мейсом, капитаном стражи, и задать вопросы свидетелю. А ты не можешь поговорить с капитаном? Он не станет со мной говорить. Он считает меня конкурентом. В городе не особо жалуют частных детективов. Я проверю, что к чему. Проклятие!
Я ухожу отсюда. Если поймаю тех гадов, которые на нас по ночам нападают, ноги из задницы повыдерну. Плевать я хотел на людей и их принципы. Пустая трата слов. Хочешь поиздеваться или просто облапать? Отвали. Чего тебе здесь надо, человек? Я осматриваю окрестности. С кем тут имеет смысл поговорить? С Вивальди. Я его больше всех уважаю. Но я не думаю, что он будет с тобой разговаривать. Почему? Вивальди ненавидит людей и этот город. Поверь мне, на то есть причины. Я ухожу отсюда. Был Василиск и нету. Видать, с тобой лучше не связываться. Да пошло оно! А чтоб тебя! Ужасные времена. Преступность на взлете, а городская стража только за ним не получится. Больничный сад требует особой заботы. Кажется, тебе нравится то, что ты делаешь. Нравится? Я люблю растения и хорошо их знаю. Но жизнь я провел в кровопролитии. Вот теперь у меня появился шанс на мир и покой. Кровопролитие? Нечем тут гордиться, но я наемником был. Надо было как-то на жизнь зарабатывать. Только теперь уже это все позади, и я рад этому. Расскажи мне о своей жизни наемника. С удовольствием, но я очень проголодался. Принеси мне чего-нибудь перекусить, и мы поговорим. Вкуснота! Удивительно, как можно проголодаться от честного труда. Спасибо тебе, ведьмак. Ты говорил? Ну да, во время войны я служил наемником в отряде самой сладкой ветреницы. Слыхал, небось, какая была боевая, какая была баба? С характером, женщина, понимаю. Точно, что с характером. Мы кому угодно могли хвост надрать. Я в отряде кондотьеров сладкой ветреницы полмира обошел. Были даже в Зерикании. Это далеко. Самое пекло. Жарко, как в печи, и влажно, как в бане. Мы убивали местных, а Зерикания убивала нас. У них там мухи есть, которые прямо у тебя в носу ночью яйца откладывают. А потом личинки съедают твой мозг и вылезают через глаза, когда становятся взрослыми мухами. Отвратительно. Многие от этого умерли. А еще болезни, ядовитые пауки и змеи. И еще черт знает что, даже назвать как не знаю. Я видал даже полосатую лошадь. Мы 8 месяцев дрались с джунглями, прежде чем отступить. Невозможно победить, когда врага не найти. Это было единственное поражение сладкой ветреницы. Интересная история. Спасибо. Смотри, как они красиво растут. Ты не боишься чумы? Мой сад приносит радость тем, чей конец близок.
Когда Мелителли решит, что мой час пришел, я уйду с радостью. Расскажи мне отсюда. Счастливый. Я пришел по объявлению. Ты похож на воина. Убьешь для меня несколько эхинопсов? Конечно. Принеси мне его корневище как доказательство. А что это? Себя странно чувствую. Ищешь приключений? Черт, какой уродец! Иногда мне бы сопровождение не помешало. Похоже на помои. Как они только это пьют? Да и вообще, что это такое? Предполагаю, что это вино. Вино? Да эта бурда ему даже в троюрные братья не годится. Поверьте, уж я-то в алкоголе разбираюсь. И что же это тогда? Разбавленная собачья моча, продаваемая под видом вина в таких же вот гадюшниках. Поэтому я редко сюда хожу. А куда же вы ходите? Мне казалось, это единственная таверна в округе. Я живу в купеческом квартале, но там закрыли все таверны. Не желаешь немного подзаработать?
Ты упоминал какое-то поручение. Что конкретно ты имеешь в виду? Я бы хотел выпить хорошего вина. Я даже знаю, где его найти, но чтобы добраться до него, нужен меч. Тебе нужен воин, чтобы добыть выпивку? Понимаю, звучит странно, но я знаю место, где лежит вино столетней выдержки из Тусента. И в чем загвоздка? Винный погреб находится в доме, где в свое время кто-то убил целую семью. Говорят, там водится нечисть. Это будет стоить тебе 200 оринов. Да сколько угодно. Но я здесь инкогнито, так что днем меня искать не надо. Я вернусь сюда в полночь. И где находится этот дом? Если войти в храмовый квартал со стороны дамбы, то возле первого перекрестка слева будет дом. Как раз напротив спуска к каналу. Не заблудишься. Да? Прощай. Хочу бабу! Приветствую! Что тебе нужно, путник? Говорят, ты скупаешь украшения. А даже если и так? Сто оринов подсказывают мне, что ты можешь рассказать, кто платит за значки в виде саламандр. Отвали, я тебе ни слова не скажу. 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 Хочешь чего-нибудь купить? Хочешь нанять ведьмака? Нет, а что? Хотя, раз уж ты сказал. Да. Есть тут кое-что. Дом с привидениями. Там, правда, работа больше для экзорциста, а не для ведьмака. Привидения? Сомневаюсь. Меня интересует результат. Стулья должны стоять на месте. Двери не должны открываться сами по себе, а кастрюли должны оставаться на стенах. Берешься навести там порядок? Я займусь этим. Это прекрасно. Ты не пожалеешь. Дом расположен прямо рядом с входом в канализацию, возле ворот, ведущих к дамбе. Хотя стекольщик лучше справился бы со сквозняками.
Возможно, стоит. Чем могу? Я хочу продать значки. 10 аренов за штуку. Цена особая только для тебя. Договорились. Чем могу? Я хочу... 10 аренов. Я вер... Чем могу помочь? Говори, кто платит за значки в виде саламандр, или я тебя так разукрашу, что родная мама не узнает. Отвали, я тебе ни слова не скажу. Да? Это было непросто, но я справился. Отлично. Но у меня нет золота. Я все пропил. Однако, эти бутылки стоят немалых денег. Себе одну оставлю, а остальные отдам тебе в качестве вознаграждения. Нет денег, нет вина. Я знал, что не надо доверять ведьмаку. Будешь драться или смотреть? Эти люди. Дерешься, как баба. Что тебе нужно, волк? До встречи. Возможно, стоит уехать отсюда.
Ивет и профессор исчезли, но лучше синица в руках, чем журавль в небе. Кем он себя возомнил? Кто это? Мы не об этом договаривались, легавый. Расслабься, это всего лишь ведьмак. Ты ведь знаешь, что ведьмаки — големы. Своей воли нет. Выполняют приказы быстро и точно, и не жалуются. Правда, Геральт? Конечно. Видишь, бояться нечего. Ты тоже пришел не совсем один. А теперь сделка. Я ему не доверяю. Слышал, он чертов убийца, зарезал дюжину наших людей. Только давай не будем играть в игру «Кто кого убил». Это в прошлом. А нас интересует будущее. Твое будущее, которое будет отнюдь нерадостным, если Евет узнает, что ты его обманул. А он точно узнает, если ты не начнешь говорить. Ты блефуешь. Не пугай меня. Довольно. Где Евет? Где секреты ведьмаков? Говори, иначе я скормлю тебя крысам. Винсент, останови его! Я ничего не знаю. Я был помощником у бухгалтера, у Саламандр. Евет мне больше не доверяет. Я не знаю, где он и что он задумывает. Профессор? Я не знаю. Уехал. Чушь. Нужно тебя вдохновить. Ты обещал мне защиту в обмен на признание. Я клянусь могилой матери, я ничего не знаю. Останови его! Ты ведь страж закона, это убийство, а ты будешь просто стоять и смотреть? Нет, я пойду, пожалуй. К тому же я знаю, что ты имеешь отношение к убийству семьи Раймонда. Ведьмак, сделай это побыстрее. Ты у меня в небо на свет отправишься. Отвали, приятель! Оставь даму в покое. Пожалел шлюху? А прежде чем уйдешь, извинись за свои дурные манеры. У тебя крыша поехала, дед долбаный. Беги, пока я тебя не прирезал. А когда извинишься, пойди к капитану Винсенту. Скажи ему, что ты преступник и негодяй. Вынимай меч, бродяга. Я не убиваю безоружных. Ты не использовал свой шанс. Вперед!
спать хочу. Проход воспрещен. Я иду внутрь. Внутри заразные больные. Я тебе... Ладно, проходи. Держись подальше от пленника. Держись подальше от пленника. Я просто хотел задать пару вопросов. Тихо. Он пытается что-то сказать. Калькштейн, он... Зачем ты пришел сюда? Пленник потерял сознание, убирайся! Шш, я что-то слышу. Какой-то шум в коридоре. Проклятые головорезы. Их послал могила. Надежды нет.
Вали отсюда! У меня дела. Отвали, или я прирежу тебя, как пса! Испытай удачу. Схватить его! Эй, ты! Отвали! Это очень невежливо. Уйди, пока есть возможность. Эта женщина со мной. Значит, ты умрешь! Ты смеешь бросать вызов саламандрам? Пока.
Спать хочу. Ты вернулся. Спасибо за помощь. Теперь они оставят нас в покое. Итак, вы теперь сами по себе. Ты что, свихнулся? Нет, кое-какие местные ребята о нас позаботятся. Просто они не могли справиться с этими уродами. Так что мы делали, что могли. Понятно. Что же это будет? У нас есть 200 оринов для тебя. Если ты не захочешь получить награду другим способом. Я не материалист. В хорошей книге написано, что никакое доброе дело не останется без награды. Ты нам очень помог, и теперь каждая девочка на улице города будет об этом знать. У нас, шлюх, есть своя честь и свои способы выказывать нашу благодарность. Прекрасно. Ты очень особенный, тебя ни с кем не перепутаешь. Но в городе полно обманщиков, которые попробуют выдать себя за тебя. Так что давай договоримся, что ты будешь приносить девочкам цветы, если у них возникнут сомнения. И так они узнают, что я — это я. Конечно, это верный знак. За все годы я никогда даже не слышала о том, чтобы клиент подарил шлюхе цветы. Меня интересуют не совсем обычные развлечения. Некоторые клиенты любят, чтобы с ними параллельно играли в кости. Как тебе такая идея? Пожалуй, не сейчас. Рада тебя видеть. До встречи. Не поскупись, и я покажу тебе, насколько дикой я могу быть. Ты шутишь? Что тебе нужно, волк? Ты когда-нибудь видел знак Саламандры? Я много чего видел. Следующий вопрос. Советую рассказать мне все, что тебе известно. У меня есть одно правило, которого я всегда придерживаюсь. Прежде чем перерезать чью-то глотку, я даю жертве один совет. Не надо мне угрожать! Я знаю, что говорю. Это не пустая угроза. Я должен поддерживать свою репутацию. Мне нужно поговорить с тобой о Саламандрах. Быстро! Когда я спросил твоих парней о Саламандрах, они явно начали нервничать. Мои парни недолюбливают Саламандр. Да и сам я к этим ублюдкам особой симпатии не питаю.
Все понятно. Вы просто сводите друг с другом счеты. Что-нибудь еще, волк? Твои люди напали на меня в лечебнице. С ума, что ли, сошел? Я послал туда своих людей, чтобы они вернули сюда одного из наших. Хорошо, я тебе верю. Доказательств у меня нет. Пока я оставлю тебя в покое. Спасибо большое, но позволь мне не падать перед тобой на колени. Если найдешь этого Яведа, я буду рад об этом узнать. Это же касается и его подчиненных. Если найдешь кого-то из его лизоблюдов, я хочу с ними потолковать. Внимательно тебя слушаю, Белый Волк. Я добрался до пленника. Он что-нибудь сказал? У меня было мало времени. На нас напали люди могилы. Ты уверен? Странно. Могила должен быть заинтересован в том, чтобы устранить Саламандр. Разве что я о чем-то не знаю. Евет мог его запугать или купить. Мы должны это проверить. А возвращаясь к пленнику, удалось что-нибудь из него вытянуть? Пленник успел сказать одно слово. Калькштейн. Калькштейн. Да, в этом что-то есть. Калькштейн – талантливый алхимик. Он мог принимать участие в экспериментах. Я встречал его. Он не похож на преступника. Знаю, но надо проверить все зацепки. За работу! Я наведу справки в городе, а ты пока последи за Калькштейном. Завоюй его доверие. Узнай все о его планах и секретах. Ну, чем займемся дальше? Расследование — это как рыбалка. Необходимо терпение. Я больше люблю охоту. Тогда завоюй доверие Калькштейна. Выполни для него пару заданий. Узнай что-то, что его интересует. Может быть, он тебя наймет. И еще поговори с могилой. Только не дави, характер у него отвратительный. Внимательно тебя слушаю, Белый Волк. Ну, чем займемся дальше? Расследование. Я больше. Тогда еще.
Ведьмак! Вот твое кольцо. Остальное я забираю себе. Так мы и договаривались. Все мои дружки-болваны погибли, а я остался жив. Что ты несешь? Не твое дело. Но ты мне здорово помог. Бывай! Как все прошло на складе после того, как я ушел? Быстро. Хорошо. Не будем к этому возвращаться. Признаюсь, я надеялся на большее. Ну что ж, на несколько бандитов меньше. Это был последний раз, когда ты так меня использовал. Я тебе не мститель какой-нибудь. У меня не было выбора, поверь мне. Это больше не повторится, даю тебе слово. Я так понял, ты хочешь продолжить расследование? У меня нет выбора. Официально я тебе ничем помочь не могу, но и мешать не буду. И с радостью выслушаю все, что ты раскопаешь. Я хочу поговорить с тобой про Саламандр. Не обещаю, что что-нибудь тебе скажу. Кто-то рассказал Саламандрам о моем контракте на Кокатрикса. И что ты думаешь? Наверное, профессор. После того, как вы его выпустили... У меня нет на тебя времени, ведьмак. Разговор окончен. Ты выпустил профессора из тюрьмы. За него внесли залог. Таков закон. Я понимаю. Закон для того, чтобы его исполнять. Что ты делаешь по ночам? Встречаешься со своим боссом Азаром Еведом? Ты что, головой ударился, ведьмак? Почему я не могу проводить ночи в купеческом квартале? А откуда у тебя на это деньги? Не нужно много денег, чтобы ночевать в купеческом квартале. Есть ведь еще и друзья. Богатые друзья. Доказательств у меня нет. Так что я подожду принимать какое-либо решение. Гора родила мышь. Какое сложное расследование, какие потрясающие результаты. Вот что бывает, когда любители берутся за серьезную работу. Ну, по крайней мере, у тебя были благородные намерения. Если найдешь настоящие улики, приходи. Я дам тебе пару полезных советов. Притирание, цветы для дам. Приветствую. Что-то ты бледноват.
У меня есть лекарство, которое тебя вмиг исцелит. Давай, посмотри. У меня вполне разумные цены. Мази от полезов, травы по лучшим ценам. Лучше поберегись, если собираешься остаться на ночь. Мне нравится. Я не знаю, как благодарят принцессы, освобожденные из башни, но обещаю, что ты не разочаруешься. Я тебя ловлю на слове.